Проведи экскурсию. Я буду проводить больше интересных мероприятий, какие-то организовывать секции, какие-то интересные кружки, так, чтобы жизнь в школе для всех учеников была яркой, запоминающейся и интересной. Я активный человек в школе, в классе, в городе. Я просто приняла решение стать президентом. Я хочу, чтобы в нашей школе как бы очень много веселых перемен было музыкально. Я хочу, чтобы наша школа стала ярче, веселее. Так как равнение будет в школах содержать на них, первое, что они в себе начинают воспитывать, это самоорганизацию. Начни с себя. И с точки зрения педагогики, пунктуальность, я так думаю, и то, что они находят общие вопросы, решение общих вопросов с детьми, это тоже дорогого стоит. То есть психологические аспекты в общении с людьми обязательно присутствуют. Муниципалитету это дает развитие молодежной политики. Мы конкретно направляем свою деятельность на это. То есть молодежная политика в данный момент это основополагающая. Мы работаем на будущее. Во времена СССР была замечательная вещь, как пионерия. Ребята к чему-то стремились, они видели цель, они хотели стать пионерами, они хотели, равнялись на тех, кто старше, кто выше их. А сейчас молодежь ничем таким не занимается, ни к чему не стремится. То есть я бы хотела, чтобы ребята стали гораздо более целеустремленными и видели, что к чему они должны идти.